Весна – особое время для рыбаков, инспекторов рыбоохраны. На нерест идут многие виды рыб, в том числе и редкие. Наряду с корюшкой традиционным деликатесом северо-запада России считается минога. Из-за антропогенных факторов количество миног за последние годы сильно уменьшилось. Пополнять поголовье взялся один-единственный рыборазводный завод в России. В поселке Никольское Волосского района Ленинградской области икру этих загадочных обитателей глубин оплодотворяют искусственно. Подробнее Игорь Андрусенко. Берем миногу и нажимаем ей, грубо говоря, на животик. Если животик мягкий, и при нажатии немного выделяется икры, то она созрела. Эти круглоротые паразиты рыб, несмотря на кажущуюся простоту, существа малоизученные. Почти все данные об их жизни обычно даются с приставкой «предположительно». Миноги, по словам специалистов, имеют очень древнее происхождение. Даже в их биологической классификации до сих пор путаница. Загадочные существа, похожие на змей или пиявок, выделены в свой отдельный отряд, миногообразные. Самое распространенное название среди рыбоводов – псевдорыбы. Она, грубо говоря, родственница акулам. То есть те же акулы, они тоже хрящевые. Акулы, скаты, они вот, у них тоже нет костей. Лужский завод начал заниматься миногами совсем недавно. Удачу верили мало. Слишком малоизучен процесс. Тонкости оплодотворения миножьей икры постигали на практике. У миног почти все как у людей. В природе они моногамны. То есть самец своей жизни спаривается всего с одной самкой. Желательно не шуметь, не галдеть, не кричать, потому что рыба, она все равно, но как-то чувствительная. И вот если, может быть, при оплодотворении там какие-нибудь шумы, гаммы, то это тоже может повлиять на процесс. Даже может большая часть икры даже отойти. Паразитируют на рыбах. Но, если, вот, честно говоря, я в это не верю. Это присоска. Вот, ну, нет у нас данных, грубо говоря, для чего она нужна. Но она удобна. Она присасывается к камню во время нереста. Такие вот у нее прям позируют вам. В этом тазу примерно миллион будущих миног. Осемененную икру в течение нескольких часов подготавливают к закладке в специальной емкости. Здесь она проведет около 2 недель до того момента, когда начнут появляться личинки. Маленькие червячки, беленькие, тоненькие, они где-то 0,5 миллиметров. Рыбоводы уже выпустили в воды окрестных водоемов более 500 000 000 личинок миноги. Впрочем, говорят специалисты, этого все равно мало. Объемы нужно наращивать. Популяция миноги сокращается. Основная причина – ее браконьерский вылов. Причем во время нереста. Минога с икрой ценится больше. Игорь Андрусенко, Дмитрий Гришин, Дмитрий Гаврилов. Последние известия. Ленинградская область.